Диего Коста. Не торопится. Так, здесь штрафной. С самого начала арбитр задает планку дозволенную. На желтую, пожалуй, игрок наработал в этом эпизоде. Фабригас и Суле. Пока неплохо. Отличный удар. Далеко от ворот проходит мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Получает мяч на ходу. Педро. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Вилья. Оскар. Красиво сыграно. Как эффектно. Ну вот, собственно, и все. Удар от ворот. Илкай Гюндоган. Педро. Продолжает владеть мячом. Очень долго. Пора. Диего Коста. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Илкай Гюндоган. Рияд Махрез. Илкай Гюндоган. Жоэль Матип. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Сеск Фабригас. Матич. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Николас Отаменди. Илкай Гюндоган. Жоэль Матип. Сесар Аспиликуэта. На пару решили разыграть эту комбинацию. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Не прошла эта передача мяч у соперника. Сеск Фабригас караулит этот навес. Тут может что-то получиться. Надежно играет защитник. Атака прервана. Матич. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Мяч сыграно. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Нужно забивать и выходить вперед! Как защитник сыграл! Браво! Рияд Махрез. И есть поддержка у этой атаки. И это должен быть гол! И на месте голкипер. Продолжает игрок владеть мячом. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Диего Коста. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Оскар. 3 минуты будет добавлено. Жоэль Матип. Атака остановлена, но кто получит мяч? Диего Коста. Это может быть опасно.
И пошла передача. Это плохая передача, и первым на мяче оказывается защитник. Первый. И мы снова на Сантьяго Бернабеу. Николас Отаменди. Отаменди. Гюндоган. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Скидка на партнера. Биля! Гол! Они ведут в этой игре. Пример подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве. Он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. Гол это первый, а половина матча, между прочим, вторая. Пока неплохо. Они проигрывают и будут подавать угловой. Николас Отаменди. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Роберто Фирмино. Слабый удар головой, если это вообще можно назвать ударом. Ну, такие удары для этого вратаря, как говорится, семечки. Такие передачи придают атакам остроты. Оскар. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Риад Махрес. Роберто Фирмино. Невероятный сейв. Браво, голкипер. Сегодня он играет очень уверенно и надежно. Удар. Вратарь в прыжке забрал мяч намертво. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Как он работает? Роберто Фирмино отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Тут может что-то получиться. Отличная передача, но атака все-таки сорвалась. Рияд Махрес. Это угловой. Лансини. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Оскар. Основное время истекает через 20 минут. Это может быть опасная атака. Потерял он мяч, но кому он достанется?
Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Оскар забрал мяч в прыжке. Молодец. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Аспиликоя. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Отлично сыграно. Надо решать. Роберто Фирмино. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Смотрим статистику по ударам. И немного неожиданно, смотри, преимущество у проигрывающей команды. А потому что надо забивать, а не суетиться. Он накручивает соперников одного за другим. Диего Коста. Гол! Мяч в сетке. Надежды, конечно, умирают последние, но, судя по табло, надежды уступающей команды уже находятся в состоянии клинической смерти. Отыграться теперь будет труднее. 81-я минута. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Сеск Фабрикас. Оскар. И мяч летит к партнеру. Это Сеск Фабрикас. Блестяще, как от дерева ушел. Есть хороший адрес для передачи. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. Удар по воротам. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Видит партнера и мягонько головой скидывает ему мяч. Какая техника. Как он обратно. Виллиан! Очень неточный удар. Рияд Махрез. Судья добавляет 3 минуты. Может получиться интересная атака. Мяч сыграно. Ну что же, матч окончен. Счет 2-0. Эта победа позволяет команде вырваться из зоны вылета. Да, и теперь станет чуть-чуть полегче дышать. Николас Отаменди. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Роберто Фирмино. Невероятный сейв. Отобрали мяч у соперника. Как он работает? Роберто Фирмино. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Смотрим. Он накручивает соперников одного за другим. Диего Коста.